Новый удар стихии, который может стать роковым для аварийной плотины, опасаются в Калифорнии. Самая высокая в США дамба и без того с трудом сдерживает напор воды, а синоптики прогнозируют новые ливни. Как раз затяжные дожди и привели к тому, что несколько населенных пунктов рискуют уйти под воду. Инженеры работают на перегонке с природой, нужно срочно отремонтировать водосбросы, в них образовались гигантские промоины, с воздуха бреши засыпают камнями. Инженерам удалось немного снизить уровень воды в искусственном озере, однако угроза не миновала. Власти стягивают все возможные силы. В трех районах введен режим ЧП. В полной готовности свыше 20 тысяч военных. Происходящее на аварийной дамбе мониторят круглосуточно. Не отменили и эвакуацию жителей. Все больше людей прибывает в пункты временного размещения. На дорогах гигантские пробки. Между тем выясняется, что эту плотину не включили в список объектов, на модернизацию которых власти в ближайшее время собирались выделить деньги. Хотя ранее их уже предупреждали, что дамба может не выдержать экстремальных нагрузок.